День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И мы опять будем играть. И что мы, чему мы научились с прошлого раза? Делать рабочих! Да, не забывать делать рабочих, а то там здание, здесь здание, тут здание, здание. Рабочих нету, денег нету, не могу ничего делать, побежден жестоко. Да. Ну и при том, я был абсолютно не готов к его колоссусу, потому что постоянно использовал газ или на робота. Опять любая. Господи боже мой, как они меня... Притом он дикого 57 уровня. Что ты делаешь в бронзе, товарищ? Я не знаю, что ты делаешь в бронзе. Но ничего. Все будет хорошо. Это будет жестокая победа. Я знаю, что победы бывают жестокими. Так, good luck. Have fun! Недостаточно. Так, окей, все, спокойно. Недостаточно минералов. Концентрация. На большое количество рабочих. Все должно быть идеально. Но при том у нас здесь, по-моему, кросс-спон, так что я не смогу ошибиться. Так, хотя, кто его знает, я даже ни на карту не посмотрел. Так, давайте тогда, мои дорогие КСМчики. Так, тебя... Давай, сразу же к входу-выходу строить стеночку. Оп, есть стольник. Ставим. Поехали дальше. Не забываем. Мне нужно привыкнуть вот к тому, что если я хочу построить что-то в базе, я дважды нажимаю на единичку. И все, у меня построится это в базе. Потому что я уже тогда буду в базе, тогда я буду видеть, что у меня здесь. Все, отлично. Хорошо, хранилище требуется. Так, как там с моим? 150, 125, 140, 160, хорошо. Бум. Так, единичка. Хорошо, больше рабочих. Больше рабочих хочу. Не говори мне недостаточно. Недостаточно, это не те слова, которые я хочу услышать от тебя, дорогая. Скажи мне что-нибудь такое... Не знаю, что. Так. Окей, хорошо. Идем нормально. Газ строится. Стенка строится. Окей. Спокойно. Знаете, я в прошлой игре говорил, что не нервничал, и поэтому, скорее всего, проиграл. Потому что не нервничать — это ненормально, когда играешь. Так, нужно нервничать, нужно не бояться, но быть готовым ко всему. Жестоко быть готовым ко всему. Так, окей. Давайте пошлем кого-нибудь еще на газ. КСМчиков не будем забывать производить. И давайте сделаем наших первых четырех маринчиков. А, у меня еще к тому же недостаточно места. Да, скоро будет здание готово. Так, хорошо. Готов. Здание готово. Вот теперь. Так, давайте опустим. Давайте сделаем как профессионалы. Аки-профессионалы. Так, и вернешься сюда, поднимем это. Давайте здесь отменим вот этот КСМ, поставим себе, так, эту штуку. Окей, хорошо. Так, теперь это растет, это у нас отдает нам маринов. Хорошо. Они, знаете, как в первой части, в самом начале нам показывают фильм, в котором строится марин. Ну, не строится марин, отпускает вот этого друга Джима Рейнера. Скорее всего, вот здесь происходит именно то же самое. Каждые, там, 30 секунд или сколько они строятся. Улучшение. Завершение. Так. Наши КСМ атакованы. Ага, сказал я и понял, что я выбросил только что КСМ. Зря. Можно было бы обойтись и без этого. Так, давайте шлепнем сюда скэн. Ага, хорошо. Так, поехали дальше. КСМы строим КСМы. Здесь идем дальше. Здесь я, скорее всего, вот этого от него откажусь. И нет, от него я его построю. Так, здесь у нас дополнительный газ нужен. Так, хорошо. И что мы построим? Мы построим лабораторию. Так, все еще со стенкой. Кто у нас здесь безработный рабочий? Иди сюда. Так, за дело получишь, за дело, не бойся. Так, и за мой счет, конечно же. Так, отсюда... Нет, не барак, а я построю...
Так, завод, давайте, а то я в прошлый раз построил барак. Я не знаю, что это было плохо, это было, ну, мне не повезло. Я хочу сразу же медиваки и сразу же маринов, чтобы у меня были. Были они были. Так, хорошо, следующее, что у меня? У меня достаточно денег для следующего CC. Так, здесь дополнительных рабочих себе заказываем. Сюда бросаем еще дополнительного рабочего робота. А здесь вместо робота рабочего поставим так, чтобы у нас строился дополнительный CC. Оп, хорошо. Поехали дальше. Отлично, отсюда выходят рабочие, отсюда выходят морпехи. Хорошо, хорошо, хорошо. Притом у нас относительно недалеко бежать к нам, так что... Так, давайте будем все еще поддерживать... Нет, давайте как раз не здание построим, а апгрейд. Станцию построим. Так, не забываем эти. Кто у меня здесь безрабочий-рабочий? Так, давайте сразу же, я сказал, сразу же космопорт. А здесь нам построим реактор для космопорта. И здесь еще одного рабочего закажем себе. Хотя можно было бы вот так вот, не слишком большие очереди ставить. Так, у меня, да, у меня пока что нету второго барака. Хорошо, мы строим из этого барака пока что бараки. Барак. Обама! Так, к чему это я? Я не знаю, к чему это я. Я к тому, что мне нужно еще парочка зданий. Хорошо. И следующий, кто достроит... А, тот, который достроит космопорт, будет мне уже строить дополнительные бараки. Да, это важно. А где у меня CC натуральное расширение? Хорошо. Это у меня натуральное расширение для CC. Оп, поднимаем. Хорошо, я думаю, что у меня 150 газа будет к тому времени, когда он сюда подлетит, чтобы сделать его в большую турель. А ты мне построишь кучу бараков. Барак. И единица. Еще рабочие. Давай мне рабочих. Так, давайте посмотрим, что он здесь делает. Он уже себе сделал расширение. Хорошо, он уже построил. Я опаздываю. Это нехорошо. Так, давайте поднимем это. Опустим наш... Так... Неподходящее место для посадки. И да, я понял, что это неподходящее место для посадки. Не надо таким голосом. Неподходящее место для посадки. Сказала она абсолютно жестоким голосом. Так, как у нас с апгрейдами? Хорошо, с апгрейдами нормально. Давайте я возьму себе еще парочку мародеров, потому что мародеры против протосов очень-очень важны. И как у нас здесь? У нас здесь с медиваками раз. Пока что раз. Больше с медиваками ничего не будет. Так, ты... А, как раз, я совсем забыл, что мне хотелось тебя превратить во что-то. И теперь ты простаиваешь, ничего не делаешь. Ужас. Все потому, что я заказал себе вот этот апгрейд. Так, давайте тогда поставим здесь у нас расширение. Здесь следующие бараки. Это все на двоечку. И отсюда. Только марины. Only Marines, only Hardcore. Так, хорошо, давайте еще одного робота сбросим сюда. Так уж и быть. Так, и давайте отсюда закажем себе парочку рабочих еще. А, он пока что улучшается. Хорошо, я сделаю здесь парочку рабочих и потом переведу их туда. Так, теперь следующий апгрейд, который я хотел сделать. А также здесь я хотел себе... Ага, это все у меня... создается. Здесь у меня медивак еще один. Так. Делаем. Где наш рабочий? Рабочего нужно поставить. 100 газа. Газа не хватает. Как у нас там? О, хорошо, он построился. Давайте переведем отсюда парочку рабочих, половиночку. И теперь закажем здесь рабочих. Отлично. Так, теперь единичка, где мой скан, чтобы увидеть, что он такое строит хитрое. Так, у него куча гейтов, но он не использует ворп-гейт. Да, это его ошибка будет. Это очень-очень плохая ошибка для протоса, не пользоваться ворп-гейтом, потому что это огромный-огромный подарок, большая технология, большой технологический скачок вперед. Так, и давайте здесь. Так. Давайте тогда всех отмечу на двоечку. Давай. Марины. Отсюда мне хочется получить это. Я построил себе здание, которое мне будет давать дополнительные апгрейды? Нет, по-моему, еще не построил. Так, нет. Газа у меня пока что как раз опять же нету. Так что мне понадобится здесь газ. Хорошо. Здесь идем, едем. Бежим, прыгаем. Так,
и поем ля-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 ля. Я не знаю почему, но это делать обязательно. Так, где мои медиваки отсюда? Они пойдут. Так, Марина, 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 Марина. Так, а где мой стимпак? Да, отлично. Отлично. Умрите, товарищи, господа. Я понимаю, что я в замедленной. Так, хорошо. И отлично. И по идее я должен сразу же делать контратаку. Так, так. А всех моих солдат сюда. Отлично. Так. Окей, знаете, куда мы подтянемся? Вот сюда подтянемся. Так, вот сюда. Так, move. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тихо. Нападаем. Где они? Взяли, стали, так им хорошо здесь. Они себя отлично здесь чувствуют. Есть! Он сдался. Я не знаю, почему он сдался, поэтому давайте посмотрим, что я с ним сделал. То есть он не делал ворп-гейтов, это его была ошибка. Итак, следующий уровень! Ей! Уровень 7! Ня-н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 я. Так, эмблемка шериф, а следующий портрет у меня... Гелиона? Портрет Гелиона! Это интересно. Давайте посмотрим повтор. Что там такое было? Странно как-то он. Давайте повышенную скорость. Так, хорошо. Мне даже лучше прыгнуть немножко вперед. Так, тихо, давайте поставим на паузу. Давайте прокрутим вот сюда. Не хочет? Он не хочет прокручиваться вот сюда. Окей, так, он тогда строит свои воркгейты. Он строит свою армию. И, скорее всего, он здесь поставит... Да, видите, он убил моего как раз скаута именно в то время, когда я хотел пробежать. Он как раз получил своего зелота первого. Так, поехали. Давайте я поставлю, где мои боевые... Нет, это не расходы, боевые единицы. Ага, у меня больше рабочих, это хорошо. Отлично, я сейчас его просканировал, увидел, чем он занимается таким. И да, видите, если бы он делал ворп-гейты, хотя, может быть, он там в конце сделал ворп-гейты, я не знаю, что он думал, но... Так, 11-3, один медивак, 3... Силы более или менее равные. Итак, он теперь отправляется сюда, спрятался, попал на меня, потому что у меня были апгрейды, у меня был медивак, и... Он сдается. А то есть, что у него было? У него... Так, тихо. Я почему-то начал все сначала. Так, тихо. Вот сюда. Давайте посмотрим, что у него было. То есть, у него... Так, у него подбегали зелоты туда. Он строился... Ворпгейты. Нет. Он ворпгейты не заказывал себе, да. Это его была ошибка. Ну что ж, я не против. Я получил удовольствие. Я выиграл. Интересно, на какое место меня продвинули? По идее, я должен был на какое-то место выйти. Так, давайте я выйду. Так, посмотрим, на какое я место вышел. Закроемся. На каком месте я? Сезон, бронзовая, победа 4, лига бронзовая, сезон. Рейтинг. Да, я как-то не смотрел, где... А, вот оно. Я на 58-м месте! Я взял и сделал шаг вперед. Да, просто потому, что у всех вот этих товарищей нулевые вещи, все понятно. А то есть, чтобы нам выйти в лучшую восьмерку, то есть это иметь шанс прыгнуть дальше, это нам нужно сейчас 200-400, это получается где-то... 6-7 побед, чтобы оказаться здесь где-то. Ну что ж, хорошо, посмотрим. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.